Битва чемпионов – это как футбольная лига чемпионов, участвуют только лучшие. Правда, здесь спортивное противостояние получается двусторонним – Россия против мира. Именно такой девиз у этого боевого события. Особенность битвы именно в списке участников – 14 действующих чемпионов мира и Европы по самым разным боевым единоборствам. Владивосток тоже нередко привозит сюда своих бойцов. Битва чемпионов – это грандиозное мероприятие в мире боевых единоборств. Проходит оно раз в год. Выбирают его, как правило, в городах, где очень достаточно сильно развито единоборство. Как правило, это Москва. В этот раз таким гостем в московских Лужниках стал кудаист Игорь Пермин. Список заслуг чемпиона мира по кудо не маленький, но в сопернике приморцу попался тоже не второй номер. Это чемпион планеты по кикбоксингу Рауль Татараули из Грузии. Схватка получилась максимально насыщенной. Против Игоря работали и вес противника, и неродное для кудо татами, на котором войти в полный раж никак не удавалось. Он был на порядок тяжелее меня, и мне пришлось тяжело с ним. То есть где-то в борьбе я уступал ему. Но в ударной технике я был побыстрее, вот, поточнее, что и оценили во втором раунде, тем самым отдав победу мне. Немаловажно, что приморский кудаист своим триумфом внес вклад в победу российских единоборцев. По результатам битвы чемпионов 10 сборная России победила сборную мира со счетом 6-1. Главную награду и престижный пояс Пермину вручил министр спорта Павел Колобков. Вначале я готовился со своей командой. Вот, моя команда в феврале выступала на чемпионате России. Я прошел одни сборы с ними. Вот, и уже подводящий сбор у меня был непосредственно перед турниром. То есть готов я был на все 100%. Теперь же Игоря и его коллег ждут национальные летние сборы, на которых определится состав российской команды для участия в чемпионате мира по кудо в Японии. Максим Яковлев, Сергей Тулатиев. Новости спорта на 8.